предыдущей серии. Вот как у меня рука болит! Энергетический Какое удар! Отличное управление! Постойте! У меня заканчивается энергия! Ой, кости закончились! Единственный выход — уничтожить среднюю секцию моста. Но тогда мы окажемся заперты на острове. Доктор Но! Доктор Шейд! Мост заклинило! Сделайте все возможное! Сеньор, мост взорван. Нам не пройти. Необходимо отключить на острове все средства связи. Как мы это сделаем? Вы никак. Я уже отправил дрона. Следите за тоботами, а я пока продумаю следующий шаг. Мы можем собрать дельтатрона, пока остальные тоботы в ремонте. Он способен прорвать блокаду. Хорошая мысль, Райан. И все же противников слишком много. Может, полная интеграция с участием всех тоботов? Это возможно? Здорово! Я уже сделал кое-какие наброски. Надеюсь, вы не против, что я вмешиваюсь. Взгляните. Ух ты! Хочу смотреть кино на таком экране. Здорово! Работа просто блестящая. Приступаем немедленно. Один из тоботов, почтовый фургон, может покинуть остров по воде. К счастью, у летающего тобота сломан пропеллер, но этот пловец... Я прослежу, чтобы он далеко не уплыл. Похоже, ей очень надо куда-то позвонить. Здравствуйте, как дела? Стесняется. А может, хочет сохранить свой звонок в тайне? Приглядим за ней. Ну все, у меня от новых команд голова разболелась. А я путаю новые стойки. Я тоже. У нас неприятности. О, нет. Тобот. И снова в городе случилась неприятность, но мы готовы. Нас не пугает неизвестная опасность и враг суровый. У нас есть сила и исключи, и наших тоботов лишь нужно включить. Тоботы вперед! Тоботы Тобот. Сушите весла! Нет. Вы на уточке. Вы что, шутите? Ха! Ни за что! Это унизительно! Да. Ну, как скажете. Но в таком случае номера вам не видать. Пёсобаза! Трансформация! Плывут по воде? Именно. Я не удивлен. Это надежная стратегия. Хорошо, что мы заметили. Но мы не готовы. Икс и Д все еще ремонтируют, а В и З недостаточно окрепли для сражения. Верно. А значит, придется проявить находчивость. Взгляните на карту. Я изучил окружающую местность. Мы сможем вычислить место высадки. С учетом расписания прилива и прогноза погоды, я считаю, это случится вот здесь. Какая тишина.
Они и понятия не имеют. Я покажу им, что такое настоящая катастрофа. К победе! ЗТВ будут находиться здесь, на случай, если я ошибусь с местом высадки. Ладно. То есть Игрик, К и Т будут сражаться в одиночку? Надеюсь, нет. Игрик и К заманят врагов. Но как? Фейерверками. В лаборатории доктора Шейда их полным-полно. Они помогут нам отвлечь роботов и заманить туда, где у нас будет преимущество. Наверное. Нужен дозор. А для этого сгодится наша пёса-база. И если дойдет до схватки, воспользуемся пультом управления. Быстрее, я работаю за всех! Я кручу! Босс, мы слишком тяжелые. Он прав! Мы еле движемся! Послушайте, я ни за что не уйду отсюда, не получив этот номер! Сделайте резервные копии и крутите живее! Да, высадимся здесь. Приступим. Пёс-собот, заряди пушку. Пора взять их. А? Что? Хватит! Разведайте! Ребята, вы знаете, что делать? Да! Тобот! Секрет! Пульт управления! Удар! Удар! Обманул! Игрик, скоростной пинок! Скоростной пинок! Как они узнали, что мы здесь? Гончие боты в атаку! Га! Похоже, твоя очередь! Вам не сдобровать! Скучаю по полету! Они не успеют! Как? Беги! Быстрее! Бежим, бежим, бежим! Гончиботы, взять их быстро! Брат! Давай, я готов! Тобот Т, Терра-шторм! Терра-шторм! А? Это ты! Есть! Ура! Ура! Первый этап завершен! Ну уже, вперед! Готовы? Я сдаюсь! Ох, добрались! Что? Сколько гончиботов вы умудрились потерять? Прошу прощения, я забыл посчитать. Довольно! А вы, Дилук, где вы были все это время? Ну,
крутил пидом. Рядом со мной. Он был таким храбрым. Что ты сказал? Не говорите. Хватит с меня. Я голоден. Почему здесь нечего есть? Что-что? Не обращайте внимания, он бредит. Не тычь мне в нос. Любопытно. Полезное замечание. Что? Тоботы отрезаны от внешнего мира и не получают из дома посылок. Возможно, им даже приходится питаться объедками. Дилук, вы вновь за главного, понятно? Нет. Спасибо, сэр. Напомните им, как они скучают по любимой еде. Они лишатся боевого духа, начав тосковать по дому. А я пока разработаю катапульту, с помощью которой вы уничтожите тоботов. Есть, да, сеньор. Хорошо. Босс, мы сохранили ее для тебя, о всемогущий командир. А? Сюда. А? Пусть для вас это будет уроком. Ура, Дилуку! Приказываю отменить свой фокус. Мы его слышали. Ладно. Фокус-покус. Прошу. Что? Мне скучно. Рейн, как думаешь, долго они еще? Достаточно долго. Они только начали обновлять Игрека, Зеда и Ве. Дома ждать окончания обновления легче. Там столько всего интересного. А знаете, по-моему, уроки математики и то веселее. Чувствуете? Средство от комаров плохо пахнет. Нет, это не оно. Так, есть захотелось. Пицца! Как вкусно пахнет! Добро пожаловать на наше шоу! Чем это пахнет? Куриными пальчиками! Такие хрустящие снаружи и такие сочные внутри! Брось один, я поймаю! Соус барбекю! Курочка! Хотите? А теперь пицца! Да! Сколько же кусочков съесть? 4 или 5? Местечко всегда найдется. Серьезно? Хотите? Хотите? Пицца! Корень! Пицца! Я ставлю корочку, Райан. Ну же, Кори, крепись. А ну, пойдем. Что? Угадайте следующее блюдо. Курица! 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 Это дрон? О-хо! Наконец-то обновление завершено. Теперь можно приступить к интеграции. Они так рады. Жаль, мы не сумели починить пропеллер Игрека. Даже если мы воссоздадим инструменты Франклина, у нас все равно нет запасных лопастей. Это подождет. Не беспокойся, интеграция все равно получится. Это самый мощный тобот из существующих. И к тому же еще и самый сложный в управлении. Да, это так. Нужно тренироваться. Много новых команд. Найдем пилотов и обо всем расскажем. Ладно, они будут в восторге. Как есть хочется! Какой подлый трюк! Что здесь происходит? Это какое-то шоу? Вкуснятина! Опять Дилук. Да, включи голограмму. Да, устройство у меня. Y, Z и V. Уведите детей. Как скажете. Все будет хорошо, вот что мне сказали. Глубокий вдох, пилоты. Смотрите, двойной чизбургер. Босс, а вот и катапульта. Какая жалость. Бургер такой идеальный, да еще и температура идеальная. Но я профессионал, оставлю его в своем костюме на потом. Это он блокирует сигнал, я уверена. Знаете, на что они похожи? На огромные ложки? Ну, да, но после твоих слов уже не так смешно.
Притворюсь-ка я мороженым. Босс, ты обещал, что не будешь играть. Разве? Конечно, слезь, не то сломаешь. Да ладно, я просто проверяю пружины. Что это? Так нечестно, нас обманули! Фейерверк! В яблочко! Это наш дрон! Что это вы делаете? Наконец-то! Я за дрона отвечать не собираюсь! Саманта! Отпустите! Немедленно! Босс! Нет, вы расскажете мистеру Тауэрсу, что сбили дрон! Вам это с рук не сойдет! Кто это? Нет, откуда знать? Она сбила наш дрон. Он был моим лучшим другом. Что плохого он вам сделал? Вы шутите? Он блокировал связь. Мы были отрезаны. Еще одно дело сделано. Я Гига-7. Узрите мою силу. Я борец за правосудие. Кто посмеет бросить мне вызов? Постойте, это что-то новенькое. И мне это не нравится. Гончиботы, вы готовы взять его? О, их так много. Да, атака клонов. Пора вернуть должок за дело. Да. Не стоит связываться с пчелой. Надеюсь, у тебя нет аллергии, потому что тебя вот-вот ужалят. Гига-7, мощный клинок! Мощный клинок! Мне кажется, ваш план обречен на провал. Осторожно, не испачкай костюм, он взят на прокат. Готово, пчелка. Ух ты, вот это приемчик. Зарядите катапульт и превратите его в швейцарский сыр. Огонь! Гига-7! Гига-сокол! Гига-сокол! Что происходит? Я объелся. А? Сеньор Тауэрс, у нас неприятности! Я вас предупредил. А теперь бегите. Бежим, бежим! А ну, с дороги! Гончиботы, прикройте меня! Из-за неверных суждений и слабохарактерности ты вот-вот улетишь отсюда! Опять! Я предупреждал! У нас затруднение. Я нигде не могу найти доктора Глэр. И раз, и два! Вставай, босс! Что скажет мистер Тауэрс? Семи элементы интеграции! Это же противозаконно! Нам лучше исчезнуть, пока не попались. Поедем домой. Ни за что. Я найду мистера Холмса. Его номер у мистера Тауэрса. Эй, босс, а с ней что делать? Мистер Тауэрс обрадуется, если мы доставим ее в штаб. Ага. Да. Я именно это и хотел сказать, что вполне логично, ведь я лидер в костюме. Вперед! Я понял. Дрон блокировал любые сигналы с острова. Думаете, Дилок увидел, как доктор Глэр сбила его? Возможно, он уже везет ее в штаб злодеев. Верно. Все улики указывают на это. Она очень хотела позвонить, возможно, на космический корабль. А может, своей семье?
Наверное. Ладно, хватит бездействовать. Нам нужно спасти доктора Глэр. Теперь у нас есть тобот Гига. Мы справимся. Профессор, я приеду к вам, когда Франклин пришлет новый пропеллер. Тебе не стоит ждать Франклина. А? Посмотри на дрона. Ничего не напоминает. В следующей серии. Отчет. Ремонт Игрека завершен. Говорит капитан, мы взлетаем! Слева от вас герои Дейта Сити! Вперед! Есть! Ух ты, он даже стал быстрее. Семиэлементная интеграция? Они нашли на это время. А вы двое даже не заметили? Вы потерпели неудачу. Разработайте план. Что, если тоботы вернутся в Дейдо? Что прикажете делать? Можем спросить у ученой. У кого? Боты, ведите пленницу. Я борец за правосудие. Кто посмеет бросить мне вызов? У меня плохое предчувствие. Тобот Гига готов. Да, я знаю. Друзья, вы должны быть храбрыми и уверенными. И все? Да, он очень высокий. И довольно милый, как беспомощный щенок. Озвучено компанией Trend Media Service в 2017 году.